получается то, что называется когнитивное искажение. Дело все в том, что когда человек что-то слышит, он же все-таки слышит, видит, он все воспринимает через призму того, что его окружает. Например, вот типичный пример такого искажения – это когда вот как мог Путин набрать 60%, если среди моих друзей никто за него не голосовал? Да как же так? Это значит обман. Нет, это не значит обман, это значит, что среди твоих друзей не было голосовавших за Путина. Когда среди ваших друзей есть огромное количество людей, которые подтверждают какой-то тезис или, например, его опровержение, да, то есть, например, мы говорим, глобального потепления не существует, потому что у меня за окном холодно. Хотя глобальное потепление – это глобальное изменение климата, а потепление фигурирует в терминах типа средняя температура по планете, ну, неважно, да, ну, как бы ты говоришь, вот за окном мороз, какое же потепление, типа нет никакого потепления. Вот, это первое, когнитивное искажение.